Приветище, это клон Дрон из Danger Zone. Вспомним былые времена и что было тогда давным-давно. Но сегодня вышла пятая часть, она вроде как финальная, не знаю, я почитал в комментариях, говорят, давай иди скорее, руби, руби с плеча и проходи последнюю пятую часть. Ну, в общем, давай посмотрим. Режим истории, продолжить пятую главу. Если кто не видел вот эти главы, то посмотрите, я плейлист в конце этой серии прикреплю. Но мы погнали. Да, мы захватили в прошлой серии корабль. Вот этот огроменный корабль. И вся вот эта арава ополчилась против нас. Огонь. Оу, все стреляют по нам. А что же буду делать я? Я переношу свой разум. Куда это? Капитан, вы не отдавали команд в течение последних 5000 миллисекунд. Связь с управителем разумом все еще функционирует? Что? Управителем? Ты русский вообще выучил? Я смотри, какой прикольный. Что это, маракас у меня в руках? Будем танцевать, будем зажигать с маракасами. Почему я такой кубический и светящийся? Это душа робота, что ли? Не будем сейчас долго заморачиваться, погнали. Посмотрим, что нам тут расскажут. Уничтожение союзными кораблями неизбежно. Смятение. И чего? Смотри, в меня стреляют, это мой корабль. То есть, получается, вот эта душа корабля, которая рассказывает моей роботизированной душоночке, что происходит сейчас. Типа я это своими глазяками не увидел, да? Обновление данных союзников. Так. Данные союзников обновлены. Присутствие противников чрезвычайное. Рекомендация. Экстренный гиперпрыжок. То есть, подожди. Пока вот они в меня стреляют, время остановилось, и мы сейчас с компом быстро, очень быстро, буквально доли секунд решаем, что делаем. И нам нужно сделать прыжок. Гиперпрыжок. Ну ладно, я готов. О, тихо, я чуть прыжок веры не совершил. Чуть не убился. Так, ладно, я иду сюда. Экстренный гиперпрыжок. Запускаем. Команда получена. Выход из управителя разумом. Какая странная штука, управитель разума. Удачи, капитан. Спасибочки. Ты так добр. Ты спас мою задницу. Потому что я немножечко тормозну. У меня, видимо, там Pentium второй какой-то стоит. Процессор. Так. Мне дали управлять кораблем. Все в норме. Перезапуск гипердвигателя. Приближаются враждебные корабли. Сейчас я научу управлять вас мной. Вот, попробуйте подстрелить этот космический мусор. Бабах! Бабах! Ух, как прикольно стреляется-то лазером, все это распиливается. Очень хорошо. У реальных кораблей будут щиты. К счастью, на этот случай у меня есть ракеты. Ну давай постреляем ракетами. Пиу-пи-пиу-пиу. Что-то это не ракеты, это какие-то, не знаю. Как будто водичкой пульнул. А, отлично. Вражеские корабли уже близко. Готовьтесь. Попробуйте маневрировать, чтобы не попасть под обстрел. Маневрируем. Центрифуга, блювотни. Отлично. Боковые двигатели. Давай вот так вот. Хоп. Хоп. Все, я умею маневрировать. Что это такое было? От нас не убежать, человечушка. Я положу конец твоим выходкам. Получай, а я тебя распилю. Он хочет положить конец моим выходкам, а я положу конец ему. Он даже по мне попасть не может. Щиты сбиты. Я тебя сейчас распилю. Ракетой можно его бомбануть еще. Жалко, ракеты не самонаводящиеся. А нет, они не, не наводящиеся, короче, ракеты. А что это за фигня там летает возле него? Это робот-чинитель был какой-то или что? Уже не важно, поскольку я его расфигачил. Там еще парочку летит. Можно вот это как-то под... О, они тоже лазером бомбят. Получайте ракеты. Когда я уничтожаю щиты, покончите с ним. А, он имел в виду про мои щиты, когда он уничтожит мои щиты. Что? Что? Блин, прикинь. Пока я с тобой тут болтал, меня разбомбили. Бедные мои реактивчики. Ну, в смысле, реактивные двигатели. Когда я уничтожу щиты, покончите с ним. Да, сейчас, разбежался. Конечно, покончить он со мной. А вот ракеты летят, надо вот так вот, короче, делать. Виу, центрифуга, счастье, блевотни. Щиты сбиты. О, они друг от друга бьются, красава, вообще сказочные. Так, хватит походу вертеться, а то мне уже реально плохо станет.
Ведерочко принесите мне, пожалуйста, на всякий пожарный, чтоб туда можно было Эдуарда запустить. Так, так, так. Ракета еще одна приближается. Маневрируем. Опа, увернулись. И щит сбит. По красоте все. Пока все сказочно. Опа, опять маневр. Он опять щиты надел. Хватит щиты одевать. Есть. Давай, последний разок пульни. Красава просто. Ракету, интересно, можно лазером сбить, нет? Че? О, я уже щитник. Хватит игр. Человек хочет бежать? Пускай бежит. Флот пожнателей. Взять курс на землю и уничтожить ее. Я вскоре присоединюсь к вам. Черт. Черт, что делаем? А че мышка такая? Сенса адская бешеная, выщи. Ладно, я включаю гиперпрыжок к земле. Ха, а я уже на земле. Точнее, рядышком. В меня стреляют, люди защищаются, по всей видимости. Двигатели на полную. Это кто сказал, Антон? Черебас? Это мои или чужие? Красные, скорее всего, чужие. А в меня стреляют и зеленый, и красный. Походу, надо разобраться с этими чижами. Роботам хана. Обожаю. О, спакуха, спакуха. Ты что делаешь? Прям вплотную стреляешь, в упор. Негодяй. Но я бы на самом деле то же самое делал. Так что красавчик. Просто подлый поступок. Так и надо. На войне. На войне плохих поступков нету. Начать заново, пожалуйста. Но я готов. Мы снова с тобой встретились. Зеленый бластер. Сейчас тебе хана настанет. Распилю тебя. И сожгу. У меня тоже, кстати, щиты то появляются, то... О, готов. Красочно. Взорвался наш пупчик. А, я увидел, где ракета у нас перезаряжается. Снизу, под кораблем, там вот. О, щит сняли. Давай, давай, давай. Все, он сдох. Он катапультировался. Можно его как-то мочкануть? Пока он... А, он чинится? Это робот чинило? Ах ты негодяй, чинишься еще. Куда ты полетел? Стопы. Красава, подорвали. Вот этого щита нету. Есть. И вообще его сбили. Остался только один ты. Один на один. Бам. Короче, прикольно. Если раньше мы сражались мечами, то теперь мы сражаемся на кораблях. Еще парочку летит ко мне. Или это кометы? Ну вот этот здоровый... А что так много бластеров-то всяких разных? Короче, вот эти мелкие кораблики защищают его от моих ракет. Они их сбивают. Летим на пробой. Так, у меня щит сбился. Если по мне сейчас попадут, то мне будет хана. О, у меня уже крыла одного нет, смотри-ка. Щит есть. Значит, убиваем вначале мелкотню. Забить мелкотню. О, чинило вылез. Отлично, спасибо. Черт. Капец, я рискую очень сильно. Но я маневрирую. Давай в другую сторону. Ой! Чего? Чего он сказал, не успел прочитать? Типа, эффективная... Моя стрельба, ему понравилось. Так, и вот этот. Все, я добил его. Давай еще чуть-чуть, пока там робот не вылез и не починил этот корабль. Готово, я его размочил просто окончательно. А сколько вообще кораблей на меня собирается напасть? Давай, давай, давай. Сейчас щит забьем, будет сказочно. Классно, есть, щит сбит. Центральный корабль защищен. Щитами тоже. Надо его пробить, этот щит. Лови ракету! Все, тебе хана. Тебе просто хандрец. Ну давай, ракета сейчас еще. О, щит надел. Че, памперс? Памперс пригодился, да? У меня так памперс еще не снялся. Блин, нифига себе он. Давай, 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 ракета. Прямо вот так вот туда лети. Прямо, прямо, прямо. Есть! Щит сбит! Да! Ое! Сказочные идиоты побеждены. Чинилу тоже уничтожил. Вражеский корабль уничтожен. Победа! Так, походу не победа. Неопознанный объект. Где? Он к нам летит. А это капитан! Точнее, не капитан, это король. Король дронов, который летит к нам, чтобы сразиться, по всей видимости, да? А я думал, я его подстрелил. Итак, он проник к нам на корабль. Пробита обшивка в секторе 14. Идем туда. Вероятная цель — энергетическое ядро. Он хочет разбомбить наш корабль, да?
Слишком поздно, человек. Вы хотите сказать, что это финалка? Прикольно. А я появился на другом корабле. У тебя в голове сидит интересный вирус. Надо будет изучить его, когда мы уничтожим твой мир. Начинается финальная жатва разума. Смотри, они вон полетели туда, скоты, на планету, надо выбираться отсюда. Давай, скорее. Открывай. Заперто. Давай еще разок, ручками. Крючками, никак вообще не получается. Ну надо же выбраться, по-любому. По-любому. Бей башкой, я не знаю, долбись. Стучать. Еще. Мы не можем позволить уничтожить планету Земля и всех живых. О, здорово, ты кто такой? Я буду отправлять вас по очереди. Подождите, настраиваю обратную связь. Готово. Начинаю передачу. Сейчас. Идет удаленный процесс. Смотрите-ка, первый сбежавший человек. Быстрее. Нет, не этот человек. По поводу паукобота 7000. Мы обдумываем всякие идеи. И, в общем... Здорово, братуха! Это я! Мне пересадили мой разум в нового робота. Отлично, я побежал. Пакета, чувачки. Так, не понял, что... Понятно. Я же могу перемещаться между ботами. Ну, как бы, все пучком. Я немножечко запутался, но вроде я вникаю. Так, это разумы других людей или это я... Ну да, синие глаза — это мои глаза. Эпичный путь. Прям ниндзя какой-то. Нас снова разрубили. Но вот этот бот мне больше нравится на самом-то деле. Музло огонь. Амос Паркс. Обняться. А, это товарищ мой второй, круто. И то, что мы сейчас видели, это была его история. Подожди, я не успел с тобой обняться, друган. Подожди, дай я тебе хотя бы обняться. Вот, иди сюда, дай я тебя обниму. Вот так вот, давай сделаем. Вот так вот надо было обняться, но что-то пошло не по плану. Я долго думал. Мой пентиум долго думал. Так, разрушить всех. Вот, надо вот с этими разобраться. У меня с энергией биде. Бизе. Копа! Что происходит? Я не вникаю. А, это мой братуха мне помогает. Главное, братуху мне расфигачить. Давненько это было, я уже разучился играть, но вроде... Вроде пока все пучком. На тебе. О, стой. Да подожди ты. Ну как так-то? Ой. Мой братиша стал хаммерботом. Братиш, ну ты красава, иди сюда. А, привет. Вот так вот я могу с ним поболтать. Все, погнать. Мне надоело с тобой болтать. О, штопанный. Это что такое? Что происходит? Какая-то фигня обустраивает тут корабль? О, это же арена. А я продолжаю бегать и махать, как идиот. Здорово. О. Руби их напополам. Какие красавчики. А вот это вот что за зеленый перец? Я хочу джетпак. Отдай мне свой джетпак, пожалуйста. Куда ты поехал? Ну подожди. Ой. Я парировал его атаку. Я думал, у меня разрез напополам. А, ну вот, в принципе, он меня разрезал. И я теперь он. Крутяк. У меня еще есть 4 телепортации разума. Че, куда мне? А, братиш. Не пугай меня так, ага. А, ну вниз нам, вниз. Пойдем. Короче, это тот братиш, который был в третьей главе или в четвертой, я не помню. Мы с ним сбегали, шавальные. Ё-моё. Лопи. Отойдите с меня, пожалуйста. Да что такое происходит? С ноги кто-то пинает. А, это лучник. Подожди, надо лучника этого шандарахнуть и сесть на раптора. Ой, ну все, я теперь крутой лучник. Отойди, братиш. А, и братиш тоже лучник. Ништяк. Пойдем раскидывать. Чебупелек. Еее, мы в броне, наконец-то. Так. О, перцы, здорово. Это те самые перцы, которые комментаторы. Черт, я промахнулся. О, вот эти щитники. Огонь! Чуть не вышел из моего зада, потому что... Ай-яй-яй-яй-яй, потому что меня сейчас чуть не зафигарили. Лови! Стрелу. Надо бошку ему пробить. Черт. Есть. Одного прям напополам.
прям пополам, напополам. И тебе тоже сейчас хана. Ой, промахнулся. А где мой братиш? Он там дерется с кем-то? А, точно, он дерется вот с этим чуваком. Красавчик, он щитника себе забрал. Просто то, что надо. Ты мне поможешь? Нет? Нет, походу не поможет. Ему хреновенько. Ну, давай, давай, давай. С энергией, конечно, беда. Есть! Уложил его. Что у нас тут происходит? Сейчас я тебе помогу. О, братиш снова сменил себе тельце. Ну все, да блин, он живучий-то какой, а комментаторщик этот. Еее, распил металлолом, отлично. О, загрузочка. Ну-ка, ну-ка, что у нас тут? Роботы, собраться у центрального коридора. Не дать этим идиотам достичь мостика. А я уже на мостике. Это что за фигня, вот это что за байда? А, чекпоинт. Чекпоинт, это хорошо. Ладно, давай постреляем, чё. Братиш, ты туда не подходи, как бы. Я издалека со всеми разберусь. Вот кого-то даже попал. Ой. Они обраточку делают. Да-ба-дам-бам-бам-ба-дарам-бам-бам. Бам-бам-бам. А, энергия не накопилась, мало энергии. Блин, с лучниками, конечно, тяжеловато, на тебе. Сейчас. Опа! Вот и нет лука у меня. А, у меня аж меч есть. Блин, я забыл, что тут между мечами можно приключаться. О, спасибо, спасибо, я теперь огненный перец. На тебе. И вот так вот сейчас всех сожгу, красава. Вот это мне больше нравится, чувачок. Вот и тут с двумя сразу. Я тебе сейчас помогу. Ой, братиш, извини, я тебя задел. Он, походу, в меня сейчас. Да, братишка в меня переселился. А, нет, он в кого-то другого переселился. Ну, короче, мы теперь фиолетовые брозеры. Как там парировать? Я же могу парировать стрелы, правильно? Давай, стрельни в меня, я проверю парирование. Да, могу. Там паучары, паучары. Чуть-чуть. А можно лук взять? Нет, не могу. Нет лука у этого чувака. А он того чувака был лук. Что за беспредел? Я не понял. На тебе! Не наезжай на моего братуху. Братуху, только не распили меня, пожалуйста. Все, я ему помог. Мой бразер помог мне, а я помог тебе. А что у тебя сглазить вам? Давай ноги! Фигачь ему ноги! Режем паучку ноги. Я вот так вот, можно, постою просто. Та-та-ра-та-та. И... Отлично. Ой, братиш, опасно было. Ты так прыгнул. Чуть на мой меч не наскочил. Вот с этими чуваками, конечно, дела... Плохи! Ой-ой-ой. На тебе. И тебе, а. Понятно. Так, братиш, ты там не попадись под мой молот, пожалуйста. О, братиш, теперь крутой перец. Крутой скинчик себе вытащил. Но у меня, кстати, одна жизнь осталась. И если я сейчас сдохну, ну нет. Если я сейчас сдохну, я опять перерождусь. И потом вот будет мне хана. Бежим дальше. Бежим, братиш, бежим. Оу, щет. Я теперь биг босс. Кажется, братишу досталось от меня. Братиш, прости. Я не хотел так тебе, чтобы досталось, но... Готов? Есть, идем дальше. Пошли, пошли. Только пикай своей горящей, не заряди мне заднее место. Можно я стану тобой? Неужели вы надеетесь остановить жатву вашего жалкого вида? Ха! Я разметаю вас по частям. Ну, пойдем, посмотрим, как она нас разметает. Ну, жалко, я тобой, конечно, не стану, поскольку ты босс. А с боссами как бы... Братиш! Стань пауком, пожалуйста. А где братиш? Братиш появится? Нет, как думаешь? На! На тебе! Надо броню ее... О, братиш пришел и сразу же отхватил. Его просто размозжили. Так, главное не попасться под ее огненный меч. Ай-яй-яй, да, как знал. Ну что, мы за братишей хаммерботы. Я снова за крутого хаммербота играю, огроменного, большущего, соизмерим с боссом. Так что я думаю, сейчас мы ему наваляем. Погнали! Долби его! Ой, лазер включился. Ну, братиш, так нечестно. Ну что ты сдох-то опять, а? Че, все, я развалил ее? Вот это легкотня, сразу бы так, а? Можно еще по башке ей дам? Вот и все. Пойдем. Брозер, ты где? Эй, хватит там шалить. С ее головой. Пойдем.
Блин, ну там наверху хочет, а внизу точнее хочет остаться. Так, хоромы паукана. Что у нее тут есть? Посмотрим на ее красоты. Точнее, хоромы. Ну и хоромы, красоты, какая разница. Куча всяких каких-то чипов, можно это разбомбить? Такой мощный хаммер у меня, ничего нельзя сломать. О, дверки. Пора умереть, глупцы. Битва с боссом, ёпперсте. Вот этот нормальный босс красненький. Он меня всегда бесил. О, у него и хаммер, и меч. А чё ты такой крутой? Братиш, тебя сейчас размотают же. Ты смотри. Прикольно. Ничего себе он прыгает-то как, а? Давай ему сейчас в жопу. От... Блин! Ну я жив, я жив. Убегаем, убегаем. Так, сзади надо подойти. Блин! К нему так просто не подойти. Нормально ты ему втащил, рога отпилил. Красавчик. Я бегу. На тебе. На тебе. Чё, всё? Больше не будешь выпендриваться? Поймите, наконец, что сражаться бесполезно. Ничтожному физическому оружию не совладать с мощью моей бесконечной армии клонов. Умрите, глупцы. Я подбежал к компу что-то. Хакнуть хочу что-то. О. Ох, человек, что ты забыл в моей цифровой обители? Программой защиты уничтожить его разум. Программы защиты? Это типа Касперский, Аваст и прочая всякая антивирусная фигня? В атаку! Я типа вирус, сейчас будут меня тут колышмарить. Наша, короче, задача размотать вот эти все антивирусники, типа Касперского, и добраться вон до той летающей башки. Это центральный компьютер. Вон, пойдем к тому чижу теперь. Сейчас я в нем воткну свой огненный меч. А, нифига себе, до него еще топать и топать. Поехали! Так. Куда нам? Налево, направо, прямо? Ну, я думаю, давай сюда пойдем. Прямо дорогу выбирать-то нежелательно. О, здорово, чижи. Вы тоже типа Касперычи? Какие вы крутые. А могу форму твою взять и хаммером помахать? О, каску ему снес. Да ты со мной не справишься вообще. Я-то тебе досталось от твоего же другана. Я-то хитренький, удельненький, такой быстренький, ловкий, как... Ой... Да, выёжился. Но зато у меня теперь есть... Была броня. Да вставай ты! Была броня хорошая. Но теперь на руках у меня нет брони. Можно их скинуть же, ёпкарный. Ногами могу пинать? Смогу. Так, встал! Быстро встал! На тебе! Погуляй вон там, внизу. Красавчик. Надо разбомбить теперь вот эту штуку как-то. А как туда залезть? А, она опускается к нам. Это часть его мозга. Халабайдыщ. Возвращаемся обратно и ломаем вон ту часть. Другая часть мозга у нас здесь. Сейчас мы ее тоже шандарахнем. О, тут лучники, что ли? Лучники, здорово. А нет, это пикаристы. Как я их сейчас размотаю? Блин, нет, я не хочу быть пикаристом. Ну ладно. Чё? В смысле? Как это вышло? А, так я, это я всех раздел, но почему тут такой звук был, как будто я просрал. Я сам чуть тут не обосрался, думал, ну как так вышло-то, а? На тебе. Двери открылись, все, мы идем в центральный разум. Я знаю, ты нас ждал, и я пришел, но пришел не туда, где ты нас ждал, и я тебя застал врасплох. Вот эти штуки надо разбивать? Броня включена. О, четко. А тут что? Переносы разума восстановлены. Четко. Теперь я в броне, но долбанный пикарист. Что ты делаешь? Я хочу тебя грохнуть. Нет, прочь оттуда. Я уже рядышком. Внимание, неизвестная единица в настройках клона Императора. Не трогай мою матрицу клонов. Погонь. Ты не оставляешь мне выбора. Паукобот 7000. Ты думаешь, он тебя спасет, этот паукобот? Ой, он какой-то в броне крутой. Паукобот сдох. Очень быстро причем. Та-та-ра-та-та. А что, мне просто к тебе подойти? А, ну там защита. Вау, круты. Спокуха. Нате вам. О, привет.
А я тебя искал, ты мне нужен был, но походу в другой раз. Да черт, пикаристы? Я тоже пикарист. Броню, руку, руку и броню. Красавчики, сами разобрались друг с другом. Ништяк. Без руки я тоже могу. Не, не подходи ко мне, к моему разуму. А поздно уже, все. Надо было со мной дружить. Глупый человечек. Думаешь, уничтожение моей матрицы клонов что-то изменит? Думаю, да. Моя смерть не остановит вторжение. Ведь в корне нашей сети разумов расположена базовая инструкция. Добыть жизнь, заставить ее сражаться в теле робота. Инструкция управляет всеми. Чтобы спасти свой народ, тебе нужно освободить наши разумы. Как это иронично. Базовая инструкция надежно защищена, но твой надоедливый вирус вполне может пробиться к ней. Ступай, тупица! Сам ты тупица. Еще увидимся в физическом мире. Так, я запрыгну сейчас тебе в рот. Нет? Он смотался? Ну ладно. И кем я сейчас стану, императором? Нет? А, мне же надо пробиться там в какую-то фигню. Ой, паровозик приехал. Подожди. Сейчас я за хлебушком сбегаю. Мне тут паровоз хлеб привез. Все, я на месте. Сгонял за хлебушком. 3 тонны хлебушком не привезли. Буду потом есть зимой. Значит, надо проскочить сквозь лезвие. Сейчас это сделаем. А, подожди, нет, мне это лезвие надо сломать, наверное, или что? Потому что там красная зона. Что, что, что? Что-то я не въезжаю. Что мне делать с этой ботвой? Что-то ничего не ломается. А куда мне идти? А, может пароль вводить вот тут как-то? Нет? Может просто пройти и не париться? Нет, не могу пройти. А, вон оно что. Здорово, пепсики. Пепсики-персики. 2 их разом. Нет, выжил один. Ну, тогда тебя добьем просто в лоб. Вот она эта тема. Сейчас я ее шандарахну. Это сеть. Сеть с инструкцией. Incredible. Поразительно. Голос пропал. И что ты будешь делать? Император, что произошло? Наш набор команд изменился. Мы продолжаем жатву? Нет. Отзывайте наземные войска. У меня появился другой план. Надеюсь, он хороший. Уничтожим их с орбиты. Приказ получен. Отзываю пехоту. Зачем играть в эту глупую игру с такими примитивными формами жизни? Сам ты примитивный. У меня осталось лишь одно тело, и теперь мой разум прояснился. Я покажу всю мощь. Свою мощь. Здоровенько. Одно тело. Теперь мы с тобой на равных почти. Куда ты прыгаешь-то? Надо уничтожить вот этих вот фигулины. Они, короче, его ремонтируют. Там еще пару ботов есть наверху. Если ты можешь увидеть. О, вон они сверху стоят, видишь, боты. Это, скорее всего, наши телозаменители. Если вдруг с нами будет что-то плохое происходить. Я бегу, дружище, терпи, терпи. Сейчас я вот этого шандарахну, чувачка. Не успел. Есть, готов. Так, сбил броню. Да, точно, это мои чувачки. Как я пострелял в него хорошечно. И у меня кончилась энергия. Можно я молот вот этот возьму просто и все, и не буду париться. О, ножик, у меня же есть ножик. Бегу резать тебе ноги. Ноги. Или он сейчас меня разрежет напополам. Давай возьмем лук. Я вспомнил наконец-то, как прям в пах попал. Ну ему пофиг, этот робот. Ноги, 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 стреляй ему в ноги. Надо ему обрубить все конечности. Так. Еще чуть-чуть. О, лазер пошел. Ого. Весь прикол, что если сейчас братиша все тела израсходует, мне будет крендец. Так, я бегу, я бегу. Ой-ой-ой-ой, опасно. Так, ноги нету. Добей его чуть-чуть. Ему ногу еще отколупать. Вот это вот, отлично, отлично. И со спины ему заходи, и все, и долби его. Просто долби. А я спрятался, я спрятался. Опа, прыжочек. Да блин. Ну, да. Ну ладно, сверху можно пострелять с лука.
Ноги у меня пока все целы. Просто стрелять надо в броню. Не-не-не-не-не-не-не. Не попал, все равно ты не попал. Берем ножик. И сейчас я вот бегу. На тебе, на тебе, на тебе. Давай, ломай его, ломай его. Все, он уже откинул кони почти. Давай, есть! Я отрубил ему черепуху. Отзыв пехоты завершен. Мы готовы начать. Понятно. Император мертв. Теперь вы за главного, капитан. Какие будут приказы? Да, блин. Пора возвращаться домой. Базовой инструкции больше нет. Мы наконец можем заняться чем-то полезным. Люди, приносим извинения за ваши крупные населенные пункты, но зато у вас теперь есть этот крутой корабль. Удачи! Разрушили полпланеты, но оставили корабль. Так, что я делаю? Я опять захожу. Куда я захожу? Или я произвожу людей-роботов? Скорее всего, я восстанавливаю человеческие жизни. Привет, привет, всем привет. Ну да. Короче, я пересаживаю разум в робот. Да будет жизнь, вечная жизнь. Ну я красавчик вообще, конечно. Спас землю и человеческий род. Точнее, род-то не спас, а вот человеческий разум. Это что такое? Это ТикТок, что ли? А, то есть в смысле танцы? Хотел сказать, как эти танцы-то называются-то, ё-моё. Вот! Ну тут обниманцы, это понятно. Что ты на планету смотришь? Туда хочешь отправиться, да? Ну приземли корабль. Вперед на землю! Ништяк. Ну все, мы победили император. Роботы от нас отстали. Мы вообще красавчики, мы всех победили. И это финал. Клон дрон in the danger zone. Прошло немало времени, когда мы смогли ее наконец пройти до конца. Но на этом все. Если ты хочешь увидеть челленджи по прохождению Клон Дрон, то напиши об этом в комментарии. А сейчас просто поставь крутой лайк за прохождение все-таки этой замечательной игры под этим видео. И подпишись, если ты еще не подписан. А я с тобой прощаюсь, пока увидимся в следующем ролике.